Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы с вами находимся на странице нашего сайта lpfo.pro, общество с ограниченной ответственностью, научно-прикладной центр АКМЭ. Если говорить конкретно, то находимся мы с вами на странице для юридических лиц. Вот обратите внимание, пункт номер 2, юридические лица. И здесь мы, в общем-то, основная наша страница, благодаря которой мы работаем, живем, оказываем услуги, продаем наши программные продукты и так далее. И у меня небольшое обновление для всех, а главным образом для уважаемых контрагентов. Сегодня по определенным причинам, по определенным обстоятельствам наш экономист с бухгалтером посидели, подумали, юристы все взвесили. И было принято решение, что мы не выживаем за те копейки, за которые мы оказываем эти услуги. Имеется в виду дистанционные психологические обследования в рамках административного регламента Ростехнадзора номер 749Н. Соответственно, мы сегодня, обсудив все внимательно, посчитав, не задирая цену по нынешним временам, с учетом тех обстоятельств, которые нас окружают и что происходит в Российской Федерации за ее пределами и в наших пенатах, так скажем, да, мы решили поднять цену. Это вынужденная мера. Мы долгое время держали цену крайне низкой. И это даже мера, вот я давайте, чтобы не быть голословным, выделю. Одно ПФО у нас сейчас составляет 44 тысячи. До этого мы долгое время работали за сущие копейки, 8700 оно у нас стоило, потом какое-то время 16 тысяч. Мы опять же были вынуждены поднимать цены, чтобы платить сотрудникам более-менее достойно, чтобы хотя бы они жили нормально, выживали, я бы так сказал, балансируя между словом выживание и словом жизнь. Одним словом, долгое время у нас стоимость одного ПФО составляла 16, потом 21 тысячу, затем 31 тысячу 600 рублей. И вот сегодня у нас 11 марта, барабанные палочки. Мы сегодня поднимаем цену на наше ПФО до 44 тысяч рублей ровно. Наши программы, наши разработки, опять же, в рамках 749 приказа, это методики ММПИ, ПЗМР, СЗМР и РДО, мы тоже были вынуждены поднять на них цену. У нас активно их приобретают, вся Россия нам приходит и покупает это программное обеспечение, как и равно другое, но там другие ситуации. Стоимость одного комплекта составляет 750 тысяч рублей. Это небольшая сумма по нынешним временам, и продаем мы эти комплекты от трех комплектов, то есть не меньше трех комплектов. Это удобно как для пользователей, то есть компьютеры испытуемого, два компьютера, это по нашему собственному опыту, вообще у нас их 11 компьютеров испытуемых и один компьютер-сервер, будем так говорить. Но в среднем люди обходятся 2, 3, 4, 5 компьютеров, то есть устанавливают один компьютер-сервер, а на остальные садят своих испытуемых, пациентов, если угодно. Мы активно сейчас сотрудничаем с медицинскими организациями. Мы можем этим медицинским организациям продать это программное обеспечение для их самостоятельного создания, ими самостоятельного создания у себя на где-то медицинском центре, лаборатории психологического обеспечения. Ну и, соответственно, мы оказываем также услуги. Это сейчас востребовано по всей России. То есть лица, работающие с какими-то опасными источниками ионизирующего излучения, лица вообще опасных профессий, нефтяники, лица, транспортирующие опасные грузы и так далее по приказу 749Н, обязаны наряду с медосмотрами проходить психофизиологические обследования. Одно обследование у нас на данный момент стоит 44 тысячи. Здесь есть для меня очень важная приписка. По запросу о снижении стоимости ПФО цена может быть снижена в зависимости от количества обследуемых лиц. 44 тысячи – это до 10 человек. Если предприятие обследует более 10 человек, стоимость одного ПФО будет составлять 31 600, как это было на протяжении последнего полутора лет. Если же большее количество людей, то мы еще сможем подвинуться до суммы, я думаю, до 21 тысячи ровно рублей. 21 тысяча рублей – в том случае, если обследование значительно больше, там 50-100 человек, у нас такие контрагенты есть.
нам доверяет вся Россия, у нас не было за эти 21 год нашей работы не было ни одной рекламации. Вы можете зайти вот в раздел «Наши партнеры», посмотреть, с какими предприятиями мы работаем. Их уже больше 60, ни одной рекламации. Крупнейшие предприятия, средние и крупные предприятия Российской Федерации нам доверяют. Поэтому, если у кого-то есть такая потребность, а вам она нужна в силу определенных обстоятельств, опять же, законодательство Российской Федерации 749 приказа прежде всего, вы можете к нам обратиться, прислать свою карточку предприятия, в ответ мы вам пришлем коммерческое предложение, проект договора для проработки вашими юристами и экономистами, и, собственно, сформируем на нашем сайте вам программное обеспечение. Нашу нормативку отправим ко всему прочему. Ну вот, собственно, таким образом. Информация до вас доведена, 44 тысячи до 10 обследуемых лиц, и мы можем провести качественное, и мы практически монополисты в Российской Федерации. Попробуйте, поищите, мы сами помогаем искать. Я знаю, что на 10 атомных станциях Российской Федерации есть такие лаборатории, можете обратиться туда, может быть, там будет дешевле. Ну, не знаю, идет очень непонятная ситуация в Российской Федерации, не буду произносить никаких громких слов. И она чревата. Чем? Что будет завтра, никто не знает. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!